Фамилия, имя, отчество? Щербинина Дарья Витальевна. Дарья Витальевна, сколько вам лет? 22 года. Почему вы решили участвовать в «Мисс Блокнот Волгоград 2020»? Ну, вообще, как бы я с детства мечтала в каком-нибудь конкурсе поучаствовать, и для саморазвития это очень интересно. Почему с детства прошло столько много времени, и вы решили это сделать сейчас? Ну, учеба, семья, там все дела. С этого момента поподробнее, так сказать, что за учеба и что за семья? Ну, я сначала закончила школу, поступила в колледж, ушла оттуда, поступила в вечернюю школу. Вот, потом я узнала, что я беременна, вот, вышла замуж, и как бы училась и воспитывала ребенка. Не было времени, как бы. Все понятно, ясно. Просто не было, так сказать, времени для того, чтобы реализовать свою детскую мечту. Скажите, на что вы потратите 100 тысяч рублей? Ну, их сначала получить надо, чтобы потратить. Вот, держите. Ну, вообще, в первую очередь, я бы, не знаю, купила бы всем подарки. Всем такие вот, которые там бабушка моя мечтала, там, сестры, да. То есть, по сути дела, вы бы вручили бы подарки своим родственникам, то есть, а на оставшуюся сумму, которая у вас останется, уже что-нибудь себе? Да. Похвально. Скажите, пожалуйста, чем вы готовы удивить всех присутствующих в этом зале и по ту сторону экрана? Я даже не знаю. Ну, вы знаете, Виктор просил, чтобы вы станцевали танец живота. Это наш фотограф. Хорошо. Вы готовы? Ваши хобби и увлечения нас интересуют. Помимо того, что вы, оказывается, занимались профессионально восточными танцами. Я не занималась профессионально. А откуда вы вот это все умеете? Я дома постоянно танцевала. Перед кем? Петь, танцевать, не перед кем, для себя. А не было такого, что вот перед кем-то? Нет, я ходила один месяц в 7 классе на восточный танец, потом в связи с тем, что я не успевала с учебы, я ушла. Походила всего месяц, это было 4 занятия. А где работаете сейчас? Я закончила техникум, диплом должны вот отдать, и устраиваюсь в барным официантом. Ну, какое-то элитное заведение? Да. Не будем делать рекламу, просто промолчим. Хорошо. Скажите, кто вас поддерживает все-таки сейчас в том, что вы решили участвовать в «Мисс Блокнот Волгоград 2020»? Я никому пока не говорила. Как вы думаете, какая будет реакция? Ну, я думаю, за меня обрадуются. А кто будет шокирован? Не знаю. Но все будут рады, я знаю точно. И сестры, и братья, все. Ну что ж, пожелаю вам удачи, огромное спасибо.